Романтическое свидание в стилі танго. Знайомство з партнером і з самим собою завдяки легендарному танцю. Говорят, что невозможно второй раз произвести первое впечатление. Это неправда. Стоит лишь поменять язык восприятия и общения, и у вас появится дополнительный шанс. Ви не закохалися з першого погляду, а в інше кохання ви не вірите? Як щодо того, щоб зустрітися ще раз і подивитися на партнера не тільки очима? Як щодо кохання з першого дотику, руху або подиху? Гераклит утверждал, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Окей, но ведь изменения произошли с вами обоими. Значит, и вашим отношениям можно и нужно дать второй шанс. Танго-свидание – это 90 минут инвестиций в себя и любимого человека. В течение которых вы сможете раскрыть и раскрыться перед вашим близким по-новому или вернуть остывшие чувства.